Майские праздники продолжаются. Сегодня 3 число, 3 мая. Майорки идут. Люди отдыхают. Кто потратил майские праздники на то, чтобы съездить на дачу и там усиленно поработать, чтобы зимой было что покушать. Кто-то отдыхает. 1 числа сходили на демонстрации майские. Дальше продолжили усиленно отдыхать. Мы видим, даже фонтан заработал. Надолго ли? Или только на майские праздники? Интересно вот тоже. Хотелось бы думать, что на весь летний сезон, ну, поглядим. Немноголюдно. Вот наш стадион «Динамо». Thank you.